Также производим работы по очистке водоотводных канав и открытию входных и выходных от оголовков труб. Значит, после зимнего периода у нас, когда происходит потайка, особенно в полях, у нас есть водопропускные трубы под дорогами, чтобы дорогу не размывало и не напитывалось основание водой. Значит, эти трубы мы открываем, чтобы талые воды могли беспрепятственно проходить.